Еще с этой точки покажет закат. Очень красивый, реально. Смотрите, какая красотища. Обещая острова воды из-под земли. Закат, луна, яхта. Ну, гавань, в которой куча лодок, конечно, яхта. Ну, школа, швейцарские дороги. Это, ну, это не знаю, это что. И смотрите, еще горсть винограда. Всего 20 гривен. Где-то не обошлась, это вообще круто. Виноград недорогой, очень вкусный, большой, зеленый. Вкусный.